Всем привет, друзья, канал Мусалинг. Работает у нас Kia Soul. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в багажнике есть небольшой кусок виброфласт присутствует. Задние арки у нас голый металл. В автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне. Там же где виброфласт проклин. Двери слышите, голый металл. Ну, на крыше ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Kia Soul. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки. Теперь мы прокатываем валиком, проклеен пол в салоне. Обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Приступили наносить второй слой, это мембранная шумоизоляция, интегра 6 мм. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Kia Soul. Подклеен у нас пол в салоне, пол в багажнике. Так, используем шумоподавитель Vision 6 мм. Также обработана шумоподавителем крыши. Третий слой нанесли в дверях, вибропласт 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумоподавитель толщина 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!